Всем привет! Сегодня у нас на обзоре продвинутый электронный USB-тестер с цветным экраном и Bluetooth-подключением к персональному компьютеру, а также смартфону. Производителем USB-тестера является китайская компания Ruideng. Модель тестера UM24C. Обозначение C свидетельствует о наличии Bluetooth-модуля. Есть также модель и без Bluetooth-модуля, которая, кстати, стоит немного дешевле. Но я рекомендую покупать тестер исключительно с Bluetooth-модулем. И дальше на видео вы поймете, почему стоит доплатить за Bluetooth модуль. Тестер продается в достаточно оригинальной жестяной коробке, которая изначально из завода запаяна в пленку. Открыв коробку, нас встречает цветная картонная карточка, на которой находится информация о модели устройства, а также QR-код и ссылка для скачивания руководства пользователя и программного обеспечения для удаленного управления и мониторинга. Тестер измеряет напряжение в пределах 4,5 вольта до 24 вольт, диапазон измерения тока до 3 ампер, разрешение измерения напряжения 0,01 вольта, разрешение измерения тока 0,001, поддержка технологий Quick Charge 2.0 и 3.0, погрешность измерения показателей менее 0,5%. Более подробные технические характеристики указаны в описании товара на странице продавца. USB-тестер UM24C фактически сделан из двух плат, которые в свою очередь прикрыты поликарбонатными панелями. Лицевая и обратная сторона тестера дополнительно прикрыта защитной пленкой. На лицевой стороне находится цветной экран с диагональю 1,4 дюйма, разрешением 128 на 128 пикселей и, кстати, хорошими углами обзора. На верхней и нижней грани корпуса, если это можно так назвать, находятся по две многофункциональные кнопки управления. Также имеется micro-USB порт дополнительного питания. Для питания тестера воспользуемся повербанком от Xiaomi. У него есть полезная функция постоянной подачи питания. Для того, чтобы перевести повербанк в данный режим, достаточно дважды кратковременно нажать кнопку питания. Готово. Для испытаний также воспользуемся электронной нагрузкой. При подключении тестера кратковременно появляется логотип компании, модель тестера и текущая версия прошивки. В верхней части экрана находится 7 точек, одна из которых обозначает местоположение на одном из 7 типов экрана. На первом экране отображается напряжение, сила тока, измеренная емкость, энергия, сопротивление нагрузки, мощность, температура и номер текущей ячейки памяти. Всего у тестера их 9. Снизу две кнопки «Помощь» и «Следующий», обозначающие функции кнопок, расположенных рядом с надписями. Если кратковременно нажать кнопку «Помощь», мы увидим обозначение и функции всех кнопок на активном экране. К примеру, если продолжительное время удерживать кнопку слева или справа, то экран повернется на 90 градусов в соответствующем направлении. Также нужно учитывать, что при повороте экрана назначение кнопок условно поворачивается вместе с экраном. Кратковременное нажатие на кнопку «Дальше» переводит к следующему экрану. На втором экране, помимо напряжения, силы тока, температуры и ячейки памяти, мы видим напряжение на линиях данных и текущий режим. Неопределенный, Quick Charge 2.0 или Quick Charge 3.0. На третьем экране находится измеренная емкость, энергия, продолжительность измерения, порог начала измерения и текущее состояние. Красная надпись «Запись» означает, что сила тока ниже порога и запись измерений не проводится в данный момент. При помощи электронной нагрузки прибавим потребление и видим, что запись измерений началась в данный момент. Также имеется возможность изменить порог чувствительности. Для этого нужно удерживать нажатой кнопку «Дальше» и коротким нажатием выбрать нужное значение. Выход из режима выбора осуществляется продолжительным удерживанием кнопки «Дальше». Четвертый экран предлагает нам воспользоваться возможностью тестера и провести измерение сопротивления micro-USB кабеля, тем самым узнать его качество. Данный тест проводится в два этапа. На первом этапе картинка в виде схемы указывает, что нужно подключить тестер напрямую к источнику питания и затем к нему уже подключить нагрузку с током потребления 1 ампер, затем удерживая нажатой кнопку «Дальше» до того момента, пока не начнет мерцать картинка второго этапа. Вторая картинка в виде схемы говорит, что нужно отключить тестер от USB порта, подключиться к тому же источнику питания посредством кабеля micro-USB, при необходимости настроить ток ровно на 1 ампер, и удерживая кнопку «Дальше», мы тем самым завершим тест измерения сопротивления кабеля, показатели которого находятся ниже. Пятый экран показывает текущее напряжение в виде графика. Шестой экран также показывает силу тока в виде графика. Седьмой экран – настройки.
Можно настроить время выключения экрана от 1 до 9 минут или постоянно включен, яркость подсветки от 0 до 5 и формат температуры. Чтобы внести изменения в текущие настройки, нужно воспользоваться кнопкой «Дальше». При удерживании кнопки «Дальше» текущий пункт становится доступен к редактированию. Кратковременное нажатие изменяет параметр, а длительным нажатием мы подтверждаем изменения. Для подключения к персональному компьютеру нужно сначала скачать программное обеспечение и установить его, включить Bluetooth модуль на компьютере, найти новое устройство UM24C. В момент подключения и сопряжения вводим стандартный пароль 1234. Подключаемся. После успешного сопряжения и запуска программы на тестере начнет постоянно гореть красный светодиод, а на экране в верхнем правом углу появится значок Bluetooth. В программе нужно выбрать один виртуальный компорт, посредством которого будет осуществляться обмен данными. По большому счету интерфейс программы состоит из одного окна, в котором отображаются одновременно все данные, измерения, содержание ячеек памяти, а также есть возможность вносить изменения в настройки тестера. Благодаря условно-виртуальным кнопкам можно делать все то, что физическими кнопками на тестере. Графики обновляются достаточно быстро. Есть возможность экспорта данных в виде рисунка собственно графика или данных в виде таблицы Excel. Благодаря стараниям разработчика Ruideng на данный момент уже доступно мобильные приложения для Android устройств с версией 5.0 и выше. Текущая версия приложения 1.3. По словам разработчика, это тестовая версия. Мобильные приложения – это хорошая и удобная альтернатива программе на Windows. Умеет практически все то же, что и настольная версия программы. Для мониторинга измеряемых показателей достаточно включить Bluetooth модуль на смартфоне и пройти процесс сопряжения. Затем, войдя в приложение, выбрать Bluetooth устройство для подключения. Имеется возможность поворачивать экран на самом тестере, переключать ячейки памяти, обнулять данные и собственно контролировать процесс измеряемых показателей, а также управлять настройками тестера. К сожалению, в текущей версии приложения недоступна опция экспорта данных. Согласитесь, было бы удобно иметь возможность просматривать и сохранять данные в таблице Excel или другом варианте. Будем надеяться, что в будущем разработчик добавит такую возможность. И в заключение хочу сказать, USB-тестер UM24C мне понравился своим достаточно богатым функционалом за приемлемую цену, хороший цветной экран с широкими углами обзора, наличие мобильного приложения для мониторинга данных, поддержка технологий Quick Charge 2.0, 3.0, отображение напряжения на линиях данных, измерение сопротивлений, дополнительный вход питания microUSB, Bluetooth модуль для подключения к персональному компьютеру, а также смартфону, возможность сохранять данные проведенных измерений в виде таблицы Excel, достаточно высокая заявленная точность измерения показателей напряжения и тока. Из недостатков, так это, пожалуй, программное обеспечение, которое не работает на более ранних версиях Windows. Нет возможности обновить прошивку собственно тестера. Переключатели на корпусе тестера не самые удобные. На этом у меня, пожалуй, все. Если видео было полезным, поддержи мой проект лайком, а также подписывайся на канал, чтобы увидеть новые интересные видеообзоры. Удачных вам покупок, до новых видео, друзья!